Друзья, всем привет! Продолжаю знакомить вас с городом на реке Днепр, с одноименным названием Днепр. Поскольку сейчас Новый год, поэтому первоначально покажу вам, как украсили город. Это набережная Днепра. Поставили таких прекрасных пингвинов, громадные пингвины. Дальше я вам покажу, они где-то 3 метра высотой. На этом пьедестале был стеклянный шар, сейчас здесь посадили мишку с громадным подарком. Тюлень. Вдалеке виднеется остров Монастырский. Здесь такая прекрасная площадка для обзора, поэтому издалека, в круговую, можно все показать. Приднепров вдалеке. Напротив левый берег. Вдалеке Интерпайп. Идем к этому мишке и заглянем к нему, что он нам дает. Ну, прекрасные, замечательные подарки, что же еще. Друзья, набережная города Днепра проходит по правому берегу реки Днепр. И мы ее проехали всю. 24 километра у нас получилось. Хочу вам это все показать. Сейчас прекрасная площадка для обзора. Я вам показываю ее полностью. Правый берег Днепра начал застраиваться в 1784 году. Екатерина решила, что все-таки лучше будет, так как она писала в своем приказе, лучше для города будет поселиться на правом берегу. И вот в 1784 году город активно начал развиваться на правом берегу. Панорама одного из крупнейших промышленных центров Украины. Вот такая вот красота. Особенно развита здесь черная металлургия, металлообработка, машиностроение и другие отрасли тяжелой промышленности. Вдалеке Днепровская ТЭС, железнодорожный мост и Монастырский остров. Монастырский остров в 16 веке. Эта территория принадлежала низовому войску запорожскому.